Хочу отметить квартиру, в которой мы сейчас находимся. Квартира с дизайнерской точки зрения, мне кажется, в классическом стиле, находится на Конституции, рядом с мэрией нашего города. Очень уютно, очень комфортно, тепло. Мне кажется, что здесь после тяжелого трудового дня очень приятно прийти, отдохнуть, расслабиться. Я рекомендую всем, кто приезжает в Харьков, кто по каким-то своим